вам такой вопрос. Да. Скажите, президент Путин чаще лжет или говорит правду? Чаще лжет. Как вы думаете, Путин чаще лжет или говорит правду? Ну, я думаю, лжет. Как вы думаете, Путин чаще лжет или говорит правду? Мне кажется, и так, и так. А чаще, на ваш взгляд? Ну, чаще, наверное, все-таки приходится ему так. Вот. Ну, то есть он лжет чаще? Я думаю, что это какая-то, может быть, его вынужденная необходимость. Ну, я вам проще скажу. Есть люди, обычно лгут в двух ситуациях. В первой ситуации, когда они вначале сказали «не подумали», а потом поняли, что они сказали неправду. А вторая ситуация, когда человек хочет что-то скрыть. Ну, бывает такое, люди некоторые скрывают что-то, и они поэтому лгут. А Путин говорит ложь всегда, кроме тех случаев, когда он хочет ввести в заблуждение. Вот тогда он говорит правду. Ну, когда, я так считаю, что когда нет определенного ответа, тогда приходится как-то что-то... Нет, он лжет всегда, просто иногда он знает, что нужно сказать правду, чтобы ввести в заблуждение, чтобы обмануть. И он тогда говорит правду, чтобы обмануть, понимаете, да? То есть он говорит правду, чтобы солгать, а так он говорит всегда ложь. Ну да, вот запутанная ситуация. Да, очень запутанная, вот Путин так делает. Ну, результат, вот да, все живут так, как мы живем сейчас. Да, замечательно, хорошо. Да, ну вот, можно, скажем так, начинать с того, чтобы понимать, по крайней мере, когда Путин лжет, а когда говорит правду. Ну, все ж, да, пляж, нужно, это от того, что как мы все живем. То да, есть, нужно сказать так, Путин всегда говорит ложь. Даже когда говорит правду, он говорит с целью обмануть. Ну, во всяком случае, то, что обещается, не делается. Это факт. Ну, для как меня, по крайней мере, это факт. Путин чаще говорит ложь или правду? Я думаю, что Путин чаще говорит ложь. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, Путин чаще лжет или говорит правду? Я, скорее всего, не готов ответить на этот вопрос. Вы подготовьтесь, у нас есть время. Мне кажется, вопрос короткий, достаточно собраться с мыслями, чтобы ответить. Да, не готов, даже не знаю, что сказать. Ну, вы скажете, как есть. Не задумывался. Ну, попробуйте задуматься. Мне кажется, что задуматься здесь не нужно особо времени, усилий. Нет, мне кажется, правду говорит больше. А вы как думаете? Ну, где-то правда, где-то лжет. А в каком соотношении? Больше правды или ложь? Может быть, 50 на 50. Прям вот ровно-ровно. Да. Хорошо. Благодарю вас. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, Путин чаще лжет или говорит правду? Думаю, лжет. Все зависит от погоды. Я думаю, что все зависит от того общества, с которым он находится. От компании. Да, и какие в одной компании. А в какой, как вы думаете, он говорит правду? Ну, я думаю, в той компании, где его хорошо знают. А, хорошо, да, понятно. А почему он говорит там правду? Ну, потому что его слишком хорошо знают, и он не может соврать. Это, я, скажем так, я подозреваю, что эта компания не граждан России. Ну, кто знает, может быть, и какая-то. А в какой компании он говорит чаще неправду? Ну, когда у него нет другого выхода.